знакомиться. Ну, а как же? Ну, тогда. Вспоминается поговорка. Будьте проще, и люди потянутся к вам длинными, корявыми, загребущими руками. Я уж лучше буду, как поговорка. Сейчас прорву, что не то, что там, будьте проще, и люди к вам потянутся. Я лучше останусь с собой и посмотрю, кто останется вам. Так. Ну да, конечно. Кто не отползет. Да, как говорится, люди к вам потянут. Не надо ко мне тянуться. Да, что люди потянутся такими руками, длинно, мы тебя хотим скушать там, ну, в смысле, потянутся. Ну, понятно. Своими грязными. Не надо лучше ко мне тянуться, да. В каком-то фильме было, как в фильмах ужасов показывают. Человек такой, если он такие руки. Ну, щупальцы, щупальцы. Как в этом. Нет, там еще как про Хаму Брута. Помните, там в него тоже тянулись из круга эти такие руки зеленые. Нет, всякие мы разные. Такое не смотрим. Да ладно, это да как... это же Ви. Это Ви, это классика. Ну, и мы? Нет, Панночка, которая Панночка, которую Наталья-то в Орле играла. Наталья, я про Панночку, да, смотрела в Орле, да. Такие движения глазищами делает. Тут, кстати, недавно пересмотрел этот «Кавказская пленница». Ну, она красивая. Я понял, чем она берет. Она глазами такие телодвижения делает. Ну, как-то, да. А вот как... Она красавица. Не... Сейчас красавица. Да, но я вообще не поменялась. Женщины так могут глазами делать. Да, женщины так могут. Стрелять глазами. Да. И она как бы и в этом... Француженка. И в Хаме Бруте, и в Кавказской пленнице она похожа. Она такая, наверное... Глазодвижение. Глазьями, как ты говоришь. Ее за это и выбрали, наверное. Кстати, по-моему, на эту роль кто-то другая была. Артистка, вроде даже на Кавказскую пленницу, но потом... Выбрали поменяли на Наталью много, режиссер выбрал ее в конце концов. Из-за как и на любую роль, кстати, всегда да пробуется. Кастинг. Много артистов, а потом одного режиссера убирали. Так правильно. Это как бы нормально.